Третий день подряд продолжаются столкновения между арабской молодежью и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме. Палестинцы забрасывают силы безопасности камнями и петардами, те в ответ применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Полиции удалось разобрать баррикаду, воздвигнутую арабской молодежью, и блокировать участников беспорядков внутри мечети Аль-Акса. Представители Палестины обвиняют израильские власти в стремлении поделить Храмовую гору между мусульманами и иудеями. План, который хочет осуществить израильское правительство, это абсолютно преступный план, цель которого – разделение мечети Аль-Акса. Беспорядки начались в районе Храмовой горы в воскресенье утром, накануне праздника Рош-Ашана, еврейского Нового года, после того, как силы безопасности Израиля не пустили к мечети Аль-Акса группу палестинских подростков.